Сжатые сроки – не помеха. При активности подрядчика капитальный ремонт улицы Дачной будет завершен до сентября, заверяют ярославцев в управлении дорожного хозяйства. На месте реконструкции в этот четверг прошло рабочее совещание. Сотрудники ДГХ и проектировщик совместно с дорожниками обсудили проблемные моменты, которые препятствуют или затрудняют работу на данном участке. Чтобы все успеть, на объект выходят порядка 6 бригад, в том числе и субподрядные организации. Идет и забивка шпунтов, это порядка 100 метров будет шпунтовая стенка. Значит, габионы выкладываются, это подпорная стенка из булыжников, обвязанная сеткой. Одновременно с обратной стороны работа проводится по тротуару. Ну и также уже намечены точки, куда будет переноситься опора освещения, подготавливается перенос сетей. В принципе, работа ведется активно. Чтобы не сдерживать движение, мы сейчас, собственно, и не начинаем очень рано работу, чтобы пропустить Заволжский поток в центр города. И правую часть уже не перегораживаем, чтобы пропустить поток уже из центра города. Работы по проезжей части вполне возможно в ночное время.